Беларуская эканоміка працягвае губляць колькасць занятых асобаў. У некаторых галінах, напрыклад, IT, гэты працэс набыў драматычныя формы. Там колькасць звальненняў перавысіла колькасць нанятых на працу больш, чым на 16 тысяч асобаў. Адметна, што працэс змяншэння колькасці занятых у эканоміцы Беларусі паскорыўся менавіта за апошнія 2 гады. У снежні 22 года ў Беларусі паменшала працаўнікоў на 71 тысячу асобаў у параўнанні з пачаткам гэтага ж 22 года. Калі ж браць за пункт адліку 2019, то эканоміка Беларусі страціла блізу 145 тысяч асобаў. Антырэкорд у сектары IT, там працаўнікоў паменяла ажно на 16,5 тысяч. Крыху менш драматычныя лічбы назіраюцца ў будаўніцтве. Мінус няпоўная 12 тысячаў, у апрацоўчай прамысловасці мінус 10 тысячаў. У транспарце з лагістыкай мінус 9,5 тысячаў працаўнікоў. Адметна, што ў IT скарацілася колькасць найбольш высокааплатных працаўнікоў. Тых, чым месячны заробак складае больш за 10 тысяч рублёў. За год стала такіх меней на 1610 асобаў. Эканамічную тэму працягнем абмяркоўваць з нашай госці. Эканамістка Аліса Рыжыченка з намі на сувязі. Спадарня Аліса, добры вечар. Добрый вечер. Бачым, звальняюць, але не бяруць на працу. Ці можам мы сцвярджаць, што гэта менавіта звальняюць, ці людзі самі сыходзяць? Вы знаете, тут есть несколько факторов. Во-первых, большое количество человек ушли на пенсию за последние 2 года. Да? У нас стареющее население, и поэтому тенденция к тому, что увеличивается количество пенсионеров, она продолжается. Второй момент – это миграция. Да? Много специалистов, высококвалифицированных специалистов съехали со страны. Во-первых, такие специалисты, им легче найти работу за границей, нежели внутри страны, да? Более высокооплачиваемую работу. И, конечно же, такие специалисты чаще уезжают, чем неквалифицированные, да? Неквалифицированные специалисты. И, конечно, точных цифр у нас по миграции, к сожалению, нету за последние 2 года и за последний год, но речь идет о приблизительно 200-300 тысячах, я предполагаю. И, конечно, это огромный удар для нашей страны, потому что специалисты уезжают, мало того, что мы теряем специалистов, и специалисты уезжают со своими семьями, со своими детьми. И таким образом мы теряем молодое поколение. И, конечно же, в долгосрочной перспективе это нанесет огромный удар по нашей экономике. Даже если мы возьмем, например, ту же IT-отрасль, да, которая потеряла более 16 тысяч человек за прошедший год, то мы должны понимать, что вот IT-отрасль – это люди, которые создают продукт с высокой добавленной стоимостью. И результат отъезда таких специалистов, он виден налицо. То есть если мы в марте, в апреле месяце прошлого года IT-отрасль нам давала 8-9% ВВП, плюс 8-9%, то в декабре из драйвера экономики эта отрасль превратилась, грубо говоря, в аутсайдера и дала уже негативное влияние на наше ВВП, минус 1%. Соответственно, результат мы видим уже вот прямо здесь и сейчас, да, отъезда специалистов. Але вы згадваеце, калі айцішнікаў, то яны самі з'ехалі, але трэба яшчэ памятаць пра тое, што айцішнікі, калі працавалі ў Беларусі, яны таксама умоўна давалі працу ў іншых галінах, да будаўніцтва, гэта сфера паслугаў, то есть яны будавалі сабе кватэры, яны карысталіся паслугамі іншымі, хадзілі ў рэстараны, то есть выдавалі ізноў жа. То есть як у гэтай сітуацыі паўплывае іх ад'езд? Конечно, с одной стороны, мы имеем IT-отрасль, у которой немного другие условия, да, пониженные налоги, например, для работы. Но с другой стороны, мы
имеем IT-отрасль, у которой самые высокие зарплаты по стране. И это влияет напрямую на внутренний спрос внутри страны, это влияет напрямую на налоговые поступления в бюджет в виде косвенных налогов, потому что те айтишники, которые работали внутри страны и получали зарплату там более 6 тысяч рублей, естественно, они ходили в белорусские магазины, они пользовались услугами белорусских специалистов, они покупали себе элитное жилье. Конечно же, это все влияет на внутренний спрос и на поступление в бюджет. К сожалению, негативно влияет. А да, айтішнікаў прапаную перайсці да працаўнікоў заводаў. Сілавікі Лукашэнкі зацікавіліся працаўнікамі баранавіцкага станкабудаўнічага заводу, філіялу менскага «Атланту». Прычына – ўсё тыя ж пратэсты 2020-га. Паводле аднаго з працаўнікоў, які даў каментар выданню «Зеркала.io», днямі звольнялі 5 асобаў. І гэта, цытата, яшчэ не канец. Але здзіўляе не тое, што лукашэнкаўцы працягваюць сваё паляванне на іншадумцаў. А рэакцыя на падзеі таго самага працаўніка і стыль ягоных тлумачэнняў. Давайце паслухаем і вернемся да размовы. Справа ў тым, што мы сапраўды падчас кожнага абеду выходзім гуляць. Калі я спусціўся, на вуліцы ўжо сабраліся людзі. Я ўвогуле ў палітыцы нічога не разумею. Дакладней, не разбіраюся, як палітыкі вядуць свае справы. Але такое стаўленне да народу, калі людзей збіваюць, а ты нічога не можаш сказаць, гэта маразм. Агулам мы пастаялі, а пасля пайшлі на свае працоўныя месцы і пачалі працаваць. Але ўсё гэта было зафіксавана на камеру. Тэхнічны працэс сілавікоў не цікавіць. І нікога не цікавіць, што стаж звольненых 10-15 гадоў. У кагосьці нават больш за 20-ку. Гэта не проста студэнтаў пазбыліся. Яшчэ днямі стала вядома, што дзвюм дзяўчынам з фота не працягнуць кантракты. А на гэтым здымку ёсць эканамісты планавага аддзелу, бухгалтэрыя, шмат начальнікаў бюро, начальнік ліцейнай вытворчасці. Будуць цяпер уздоўж і поперак матляць. Дакладна. Ва ўсіх гэта выклікае толькі адну рэакцыю. Навошта? Ну вось, як мы бачым, звальняюць адукаваных спецыялістаў. Спадарня Аліса, на вашу думку, да чаго гэта можа прывесці, калі трэба будзе, ну, магчыма, замяняць гэтых людзей людзьмі неадпаведнымі? Магчыма, гэта прывядзе да нейкіх маштабных аварый у краіне? Все вероятно, возможно. К сожалению, да, такая тенденция есть. Нам еще нужно помнить про предпринимателей и про сферу торговли, которую сейчас в том числе ограничили, да, кроме политических репрессий на государственных предприятиях, мы еще имеем огромное давление на частный бизнес, который, в свою очередь, создает рабочие места и обеспечивает людей рабочими местами. То есть у нас со всех сторон будет давление на людей, которых либо заставят уволиться по собственному желанию, либо просто уволят. К чему это приведет? Конечно, к ухудшению производственного процесса, к ухудшению качества продукции того, что мы производим на этих предприятиях. И, конечно же, это все повлияет в результате на конечные показатели итоговые. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что на сегодняшний день некоторые предприятия промышленные, да, белорусские, осуществляют государственные заказы для России, для военно-промышленного комплекса, где производство сейчас вырастет в разы, и оно уже выросло, и зарплаты у людей повысились. И, соответственно, когда необходимо производить намного больше продукции, например, как греческие цементные заводы сейчас начали производить намного больше противотанковых заграждений, да, вот такие кубики эти цементные. То есть тут может сыграть такой фактор на руку правительству в том плане, что они смогут немножко стабилизировать вот эту ситуацию с уволенными и вновь нанятыми людьми, тем, что понадобится большее количество сотрудников на те предприятия, которые задействованы в обеспечении госзаказов для России. Но опять же, это не говорит о том, что в долгосрочной перспективе ситуация будет как-то стабилизироваться или пойдет на улучшение, потому что высококвалифицированных специалистов мы продолжаем терять,
И те меры, которые будут там приняты, либо не приняты, да, в какой-то краткосрочной перспективе, вот в течение этого года, 2023-го, то есть оно будет иметь абсолютно краткосрочный эффект. Ну и, к сожалению, да, это может привести к авариям и к ухудшению качества продукции, производимой на белорусских предприятиях. Сударня Алиса, на початку вы згадали, что вельми шмат у Беларуси пенсионеров, коли скорочается колькасць працоўных рук, и у тым ліку яны з'язджаюць. Адпаведна, працоўных яшчэ менш. Ці гэта значыць, што будуць праблемы з выплатамі пенсій, будуць праблемы з доступам да бясплатнай медычнага абслугавання і як хутка? Конечно, это как раз это и значит. У нас на сегодняшний день пенсионная система работает по принципу финансовой пирамиды. То есть пенсию получают люди с тех выплат пенсионных отчислений, которые делают на сегодняшний день существующие работники. И, конечно же, чем меньше людей работает внутри страны, чем меньше занятых в экономике людей, тем меньше поступлений в пенсионный фонд. Когда у нас образуется дефицит пенсионного фонда, это ложится на плечи государства. То есть государство обязано дотировать. С учетом огромного дефицита государственного бюджета, естественно, мы понимаем, что государство будет предпринимать какие-то меры, изымать эти средства из других мест, условно. Да? Это, возможно, будут штрафы, какие-то конфискации имущества, повышение очередное налогов и так далее, и так далее. То есть мер тут можно предпринять огромное количество. Но все равно этих денег не будет хватать. То есть пенсионный фонд у нас и так с дефицитом. То есть в течение там, 50 лет, если не провести пенсионную реформу, выплачивать пенсии уже будет невозможно в стране. Что касается социальных каких-то услуг и бесплатной медицины, тут, наверное, тоже два фактора есть. Это первый, конечно же, финансирование социальной сферы со стороны бюджета, которое ежегодно уменьшается. И опять же, отсутствие высококвалифицированных специалистов. Очень много медиков сейчас уехало за границу, где они получают более высокую зарплату. Их никто не репрессирует за политические взгляды и их мнение. И, конечно же, у них есть возможность развиваться и повышать свою квалификацию, и при этом зарабатывать деньги, обеспечивать свои семьи. И тут у нас очень печальная ситуация, потому что, с одной стороны, мы имеем частные медицинские учреждения, на которые тоже оказывают давление, которым тоже нужны специалисты, несмотря на то, что они готовы платить достаточно хорошую зарплату, специалистов все равно не хватает в стране. И с другой стороны, мы имеем нашу бесплатную медицину, которая становится из года в год все хуже и хуже, к сожалению. И, скорее всего, в ближайшее время, то есть там 2-3 года, наша бесплатная условная медицина превратиться в ту медицину, которая фактически не может оказывать полный спектр медицинских услуг населению и перейдет на предоставление платных услуг. То есть, когда ты приходишь в поликлинику, тебе будут говорить, что хирурга сегодня нету, гинеколога нету, но вы можете платно получить эти услуги там, в том-то кабинете, заплатить столько-то или обратиться в другое какое-то медицинское учреждение. То есть на бумаге останется у нас достаточно социальное государство с бесплатной медициной, но фактически воспользоваться этим будет невозможно. Дякую за гэтую размову. Нагадаю, что с нами на сувязи была экономистка Аліса Рыжыченка.